Добрый день, Семен Иосифович. Как вы сами? Живы-здоровы, что? Молодцы. В вашем возрасте это... Ой, дай бог каждому. Так. Так, где тут? Вот так. Все. Ну, я считаю себя гражданином нашей республики, и я должен знать, кто у нас в правительстве. Поэтому я участвую в выборах и с удовольствием это делаю. Моя цель такая, чтобы все было тихо, спокойно, чтобы был достойный заработок у людей, чтобы была работа каждому, чтобы все было хорошо. Я очень довольна, что ко мне приехали люди голосовать. Дай же Бог, как оно все было добро, щиро, тихо, и как Беларусь дальше продолжалась. Конечно, мы уже пожилые люди в возрасте, больные. И вот я, в частности, после операции не смогла вот прийти на избирательный участок. Очень большое вам спасибо, что вы так нас уважаете, пожилых людей. Ну вот, еще раз спасибо вам большое.